Здравствуйте, меня зовут Антон, я представитель компании IMI Hydronic Engineering в Уральском регионе. В этой котельной мы представили наш бренд IMI Hymire. В частности, это краны GloboH. Это бронзовые краны с термометрами. На любой кран GloboH вы можете установить термометр. Краны выполнены из высококачественной немецкой бронзы. Причем выполнен не только сам кран, но и шар внутри него. Производится на нашем заводе в Германии, город Эрвите. Гарантия на данные краны 10 лет. Вы можете использовать их как в отоплении, так и в водоснабжении. Каждый кран обозначен специальным логотипом THE, Theodor Hymire Erviti. Таким образом, вы можете убедиться всегда, что кран не подделка. На каждом кране есть специальный логотип. В этой котельной, помимо кранов из бронзы GloboH, представлен коллектор IMI Hymire Dynacon Eclipse. Высококачественный коллектор из нержавеющей стали оборудован расходомерами и специальными термостатическими вставками. К этому коллектору вы можете дополнительно купить специальные комплекты подключения. В данном случае это краны GloboH с термометрами, но также здесь можно установить регулятор перепада давления, комплект сепараторов и другое оборудование. В чем особенность этого коллектора и в чем его уникальность? Помимо высокого качества исполнения, этот коллектор оборудован специальными вставками, на которых регулируется непосредственно расход. Данная вставка позволяет вам установить не просто проходное сечение, а именно расход через каждую петлю. Каждая вставка регулирует этот расход независимо друг от друга. Таким образом, изменяя расход на всех остальных петлях, на той петле, которая вам надо, расход будет неизменным. Что это значит? Если вы поставили автоматику и у вас открываются, закрываются петли в разных частях дома, то расход на остальных петлях будет оставаться неизменным. Причем настройка этого коллектора крайне простая. Вы берете ключик на 11, производите здесь настройку, чтобы риска совпадала с определенным числом здесь на вставке. Таким образом, это будет расход. Как его посчитать? Допустим, вы совмещаете риску с цифрой 20, это будет 200 литров в час. С цифрой 11 это 110 литров в час. Все очень просто. Простой, понятный механизм. У IMI Hydronic Engineering очень много оборудования. Почти 500 страниц оборудования для промышленных, социальных, жилых и малоэтажных объектов. Все, что ваша душа пожелает, для систем отопления и водоснабжения. Вся техническая информация, все подробности вы можете найти в этом замечательном каталоге. Не любите бумажные каталоги? Можете использовать электронные на нашем сайте.